Телемост с известной писательницей Диной Рубиной состоялся накануне в библиотеке имени Бунина. На связь с Израилем, где проживает автор, вышли более 20 российских городов. Задать вопрос в режиме онлайн мог каждый желающий. О том, как продвигается работа над новой трилогией «Наполеонов обоз», писательница ответила поклонникам из Нижнего Новгорода. Именно сейчас я заканчиваю работу над вторым томом. Понимаете, если бы у меня была возможность сразу написать три тома, засесть куда-нибудь лет на 5-6, в какую-нибудь деревню. Например, я ужасно люблю деревню Дворяниново, в общем-то, на берегу Оки практически. Встреча прошла в рамках проекта «Библиомост». Теперь, благодаря интернет-технологиям, читатели из самых разных уголков России могут пообщаться с известными современными писателями.